спилить на металл. Подметка для себя. Интересно, если ее... Вот, прыжную часть ее нельзя, по-любому. Там всегда какая-то движуха идет. Да? А если ее подпилить так, то она может... Вот дотянет она или не дотянет до контактной сети. На металл, на металл. На металл. Вот она, красотная. Ну, сейчас получше, конечно, с утра было хуже. Дождик, холодно, ветер. Вот. Владимирская. Еще пойдет. Цветочки. Какие-то желтые, неизвестные, с неизвестным названием. Ну, что-то не заметил, пропустил. Тут кто-то копал какие-то поганки. Какие-то поганки. Поганки. Ну, тоже есть вот такие поганки, вырастают постоянно. И такие вот поганки. Алло. Я сначала думал, что какой-то наркоман пришел копать. Закладки хоть далеко от города. Но зато читай без палева. Всем пофиг, как что ходит. Вот. По барабану. Всем по барабану. Так вот. У него был целый баул вот этой земли. И всяких грибков. Грибок, мха, мох и еще что-то. Ну, это же станция. Я, как обычно, один. Точнее, наоборот, когда вот я хочу, да, что-то здесь, да, то сюда люди. А вот когда я иду просто вот так, хотя выходной день. Вот крестьяне, склады не работают, наверное. Неважно, вообще абсолютно. Пофиг. Кэт. Кэт-кат. Кэт-кат. Кэт. Кэт-шмет. Кэт-шмет. Солнышко вышло, хоть тепло стало. Еще бы снега выпал. Хотя, может, ночью... Может быть, ночью так холодно, что и может быть... Мокрый снег попадать, наверное. Не видал, брать не буду. Телефон, конечно, удобнее, да, такую фигню снимать. Эту камеру так таскать, она тяжелая, ее видно. Потому что ты ее держишь на локте. Нырнула. Нырнула. Птичка. Так, Владимир проехала. Следующая Петушинская.
Петушинская.